завтра, я не знаю, как мне быть. Вопросов очень много, ответ будет один. Но кто же мне ответит, поможет ли мне Бог? Увидеть завтра солнце и стаю облаков. Увидеть ту девчонку, которую люблю. Почувствовать ту силу, с которой все могу. Поссорюсь ли я с другом, а потом сойдусь. Или просто ляжу спать, а завтра я умру. Вариантов очень много, не угадать какой. Замешкался я в мыслях, а что будет потом? Пишу я рифму слова, дрожащую рукой. И задаю вопрос, что будет завтра со мной. А что будет потом? Я задумываться начал. Об этом скажи мне. Может меня завтра убьют. Может меня завтра посадят. Или кто-то из друзей мне в душу нагадит. Я сам не знаю, чего мне все же ожидать. Каждый день заставляет меня задуматься опять. Когда кровь из вены по руке побежит, тогда пойму, то что тот, чего я ждал, рядом стоит. Я не знаю, что завтра будет с нами, когда мы оставим свои долги и печали. Проваливаясь в яму, я там сижу часами. Я люблю свою маму, люблю своего папу. Бескорыстная чушь является не сразу. Боже, помоги мне проснуться завтра. Лучи солнца говорят, чтоб я не слушал. Но я не верю в смерть, я должен верить в чудо. Чем больше по жизни дыхание мое слабше, тем дольше живу. Я в этом мире славно, мне хотел, ненавидел, но все-таки попался и теперь задаю вопрос, что будет завтра.